Угощайтесь! Угощайтесь! Мечтаете не набирать вес после похудения? Хотите поддерживать форму безо всяких диет? Моя подруга, участница проекта «Мастер-шеф» Марина Шевченко утверждает, что ей в этом помогает попкорн. Я пригласила сегодня настоящих звезд, которым удается выглядеть идеально. Мои друзья расскажут, какие перекусы они используют, чтобы сохранять свою хорошую форму. Самый проницательный телеведущий Павел Костицын, теледива, модель, красавица Светлана Вольнова. Ну и, конечно, нам не обойтись без советов моей любимой подруги, лучшего диетолога Светланы Фус. Встречайте! Светочка, важность перекусов. Перекусы – это часть дневного рациона. Если мы не перекусываем между основными приемами пищи, то иногда основной прием пищи может стать в 3 раза больше, чем он вообще должен быть. Перекусы помогают не переедать во время основного приема пищи, а также разгоняют обмен веществ за счет того, что желудок постоянно работает, и калории не будут откладываться лишними килограммами. Но когда Марина сказала, что она может есть попкорн... После этих слов у меня уже в животе возник вопрос. А где же наши перекусы? Давайте есть попкорн. Я боюсь тебя спросить, каким рецептом ты сегодня поделишься? У меня самый страшный перекус. Потому что это десерт, Света. Десерт на перекус? Ничего себе. Ты купил конфеты или приготовил? Это все сделано собственными руками. Ручная работа. Что это за такие полезные конфеты? Выглядит как трюфель. Да, шоколадный трюфель, дорогущий. А на самом деле стоит копейки. Сейчас секрет вам открою. Это конфетки из клетчатки, которые можно купить на рынке, в супермаркете. Давайте готовить вкусные, полезные, диетические конфеты. Я попрошу принести все необходимые ингредиенты. Я так вижу, что ингредиентов совсем немного. Чтобы сделать вот такое количество конфет, мы берем 50 грамм клетчатки. Это 2 полные с горкой столовые ложки клетчатки. Заливаем теплой водичкой. Соотношение важно? Соотношение важно. Это не должно быть больше уровня клетчатки, которая у вас есть. Какая ложка у тебя интересная? Главное, всегда с собой. Я же говорил, что это ручная работа. Перчатки – это для слабаков. Оставляем на время ее набухнуть. А сколько набухает? Вот, что именно? Клетчатка вместе с водой. То, что... Уточняйте, Светлана, сразу. Все зависит от температуры воды, Светочка. Если водичка правильная, теплая, то набухнет быстро, ты это увидишь сразу. Кстати, Паша, что ты помнишь, ты приходил ко мне в гости и показывал прекраснейший комплекс упражнений? Ты был еще в таких шортах, что меня потом девочки письмами завалили. Это у Паши такие красивые ноги, что ты раньше его не приглашала? Тебя письмами завалили, а мне смс-ки пишут, тебя по телевизору голым показывают, а я в шоке, думаю, где, на каком канале? Привет. Как хорошо, дорогая. Ты оделся! Я практически разделся, чтобы мы могли показать этот комплекс упражнений. И прекрасную физическую форму Павла. Пашенька, не будем скрывать, я видела тебя немножко и в другой форме. Чуть-чуть так, лишних 16 кг. Да, с тех пор... Да. Так вот... После этой нашей тренировки Паша заглянул ко мне в гримерку и говорит, будешь конфетку? А я ему, ты провокатор, Паша, ты хочешь, чтобы я была толстая? А теперь я понимаю, что это была особенная конфетка. От сладенького отказаться очень сложно. Сладкоежка. Мужчины, которые любят сладкое, они щедрые. Итак, следующий ингредиент, друзья, очень полезный. Тыквенные семечки. Это начиночка наших конфеток. Сладенькая для Наденьки. Изюм! Изюм, который мы перед этим тщательно измельчили. То есть сахара не будет? А зачем же? Глюкоза в изюмчике. Я знаю. А можно ли это заменить медом вместо изюма? Нет, потому что мы потом конфетки наши будем запекать в духовке. Потеряет свои свойства. Да. Как интересно. Очень, очень. Сколько открытий. Восточная сладость у нас. Ах, восточная сладость — это вы, дорогой Павел. Если любите корицу, щепотку корицы перемешали. И самое интересное из детства нашего. Напомни. Когда у нас было мало конфет, Надя, мы из пластилина их лепили. Я помню, оладьи из грязи. А теперь, чтобы не прилипала масса к рукам, можно водичкой, да, немножко как бы смочить руки. Пока ты формируешь, Свет, давай пройдемся по ингредиентам, чтобы убедиться, что это правильный перекус, который не добавит килограммов. Так, то есть мне мы не верим, да?
Мы верим, но проверим. Да. Ингредиенты вот этих конфет совершенно замечательно будут дополнять наш рацион. Потому что клетчатка, она придает чувство сытости. Во-вторых, она помогает хорошей работе кишечника. Тыквенные семечки, они содержат очень много полезных микроэлементов. Это и цинк, это и медь, это и калий. Кроме того, там содержатся жирные кислоты, которые необходимы для обмена жиров в нашем организме. Угу. Изюм. Если человек съедает с небольшим количеством глюкозы какой-то продукт питания, он сразу же чувствует насыщение и эйфорию, поднятие настроения. А уже клетчатка, которая там есть, дальше будет создавать чувство сытости. Мы сможем совершенно спокойно пережить вот это острое чувство голода. Корица, она создает своим ароматом такое ощущение успокоения по поводу еды. И какао содержит достаточно полезных веществ, которые улучшают метаболизм, состояние нашей нервной системы. А сколько таких конфеток можно съесть, чтобы насытиться с одной стороны, и с другой стороны все-таки не перебрать? Надя, одна конфета на килограмм чистого веса. О, да, это шикарно было бы. Шутка. И такая, ни одна женщина не скажет, сколько она съест конфет. Да. Итак, последняя манипуляция. Обваливаем, да, конфетки в какао-порошке. Смотрите, какие хорошие у меня получаются. Замечательные. И отправляем их в духовку на несколько минут. Вот, чтобы они у нас затвердели. Мы, конечно, да? не будем сейчас Надину духовку мучить. Я дома все приготовил для того, чтобы вы попробовали. И я попрошу в зал нашим зрителям замечательным тоже вынести, попробовать невероятно. Это произведение искусства. Как быстро, просто и полезно можно перекусить. Боже мой, как вкусно. Вау, Павел, ты сокровище. Классно. По вкусу это очень что-то вкусно. Среднее, ну, как мне показалось, между пирожным картошка и батончиками. Нежнейший вкус. Паша, а как ты их с собой носишь? Они не рассыпаются? Их удобно с собой носить даже в сумочке. Они не ломаются, они, их очень сложно расплющить. У меня есть с собой видеодневник. Я специально снял, как во время съемочного дня я вот этими замечательными конфетками перекусываю. И как они выживают в страшных условиях битвы экстрасенсов. Тяжелой и неказистой жизни артиста. Ну что, давайте подсмотрим. У меня впереди небольшой перерыв. Всего 20 минут, первые 20 минут за прошедшие 6 часов работы с утра. Вот они, конфетки с утра. Быстренько замочили клетчаточку, накрутили конфеточек. И перекус на целый день готов. Хватит на всех. Пока две конфетки. Впереди еще целый день работы. Они мне помогут продержаться как следует. Так, у нас уже на сегодня второй или третий переезд, я не помню. Едем дальше, загружаемся в машину и вперед. Как видите, в сумке в моей тесно. Все там навалено. И там же... А, кстати, где он? Где мой пакетик с конфетками? А, вот он, все в порядке. И там же был пакетик с конфетками, который, как видите, абсолютно не пострадал. И конфеты в нем совершенно целые. Все, дальше на работу. Не голодный и счастливый. О, Дима, кстати. Привет. Я не знаю, что он делает, но он делает что-то правильно. Хочешь, угощу? Здесь есть очень вкусные конфетки. Смотри, да? Видишь? Это мы сегодня Матвеевой рассказываем, как полезно перекусывать, да? во время съемок. Надя, очень полезно. Не только полезно, но и вкусно. Ты же еще не попробовал. Ты же плохого не предложишь. Это точно. Все, счастливо. Действительно, и после этого еще интереснее изучить перекусы моих друзей. Мой перекус – это попкорн. Уж точно сейчас не поверю, что им можно перекусить. Ты имеешь в виду без вреда для фигуры? Ну, в это правда не очень верится. И он выглядит совершенно как тот же, что можно купить в магазине или перед походом в кино. Знаешь, вот этот с ароматом сыра или с карамелью. Это прямо сразу от света и вкуса отвернуться и плакать. Учитывая то, что попкорн там готовят с различными добавками к маслам и усилителями вкуса, которые на самом деле возбуждают аппетит. Соль и масло блокируют восприятие вкуса, и хочется съесть больше. А усилитель
ощутители вкуса участвуют в передаче нервных импульсов, из-за чего человек не чувствует сытости. Такого попкорна можно съесть очень много. Мой перекус. Он полезный. Он готовится не в масле. Ага. Угу. И без соли. То есть это внешне выглядит как привычный, скажем, нам попкорн. Но ты готовила его по-особенному. Да. Попкорн – это моя слабость. И ничего не оставалось, как придумать диетический. После родов я набрала 10 лишних килограмм. Я их успешно сбросила и сохраняю форму. И помогает мне попкорн. Я его готовила в духовке. Ничего жирного. И я добавляю туда куркуму. И добавляю паприку, Надюш. А такой попкорн вкусный? И диетический еще вкуснее, чем вредный. Как ты собираешься нам это доказать? Ха, а так, Надюш, я провела эксперимент, и большинство людей выбрало именно мой полезный попкорн. А ну-ка давайте. А ну-ка давайте. Видеодоказательство. Привет, дорогие мои девочки и даже мальчики. Сегодня я докажу вам, что диетический попкорн может быть вкусным, вы можете вкусно перекусывать і при этом худеть. Щоб це перевірити, ми прийшли до одного з кінотеатрів і запропонували звичайним відвідувачам продегустувати один з найпопулярніших видів попкорну – попкорн з сиром, що мав білий колір, і наш дієтичний – з паприкою та куркумою, що був помаранчевого відтінку. Та обрати смачніший. О, ребята, підходимо. Тут бесплатная акция. Попробуйте белый попкорн, попробуйте оранжевый попкорн и искренне оцените, какой вам понравился, за тот и проголосуйте. Якщо сподобався сирний білий попкорн, дегустатори кидали білу кульку в прозору ємність. Якщо ж до смаку припав помаранчевий, за яким ховався наш дієтичний, помаранчеву кульку. Що много об этом говорить? Все видно. Наш оранжевий попкорн победил и разгромил белый попкорн. Так что худеем, балдеем и едим диетический попкорн. Пожалуй, самое удивительное открытие. Попробуем. Ну, если там есть паприка, да, я так понимаю, что мы сейчас пропотеем и кардиотренировка, да, в принципе. Два в одном, ага. Я чувствую запах невероятный. Света, рискнешь? Я попробую, конечно. Скажу, что это немножко другой вкус, скажем так, более спокойный. Я не любитель, конечно, попкорна, но если он полезен, как перекус. Без пива. Тут достаточно большое количество клетчатки. Здесь есть белок, много микроэлементов. Тот же калий нормализует все обменные процессы в организме. Поэтому что конфеты, состоящие из клетчатки, что перекус из попкорна, это то, что дает нам чувство сытости. И кроме того, куркума, она влияет на метаболизм, нормализует его. То же самое касается и паприки. И есть еще в куркуме и антиоксидантные вещества, которые, поступая в наш организм, помогают бороться с факторами окружающей среды. Я как чувствовала, когда подбирала. Сколько бы мы ни говорили, но мой желудок никак не успокаивается. Уже был перекус и конфетами, и попкорном. Какой попкорн? Бутерброды, конечно же. Ты чувствуешь бутерброды? Бутерброды. Это не я, это он чувствует. 7 месяцев назад я весила 74 килограмма. За 3 месяца я похудела на 8 килограмм. И сейчас продолжаю оставаться в этом прекрасном весе. Бара-бара-бам! Красиво! Слюнки аж! Это то, чем себя нужно баловать. Здесь есть адыгейский сыр. О, видишь? Это хорошо. Здесь есть помидорчик, морковочка, салатик, здесь есть капуста. Это невероятно вкусный бутерброд. Какой же это бутерброд, если там даже хлеба нет? Скорее всего, спринг-ролл вьетнамский. Какие мы кулинары знатные! Чуть-чуть Вольного вас обманула, потому что женщина всегда немножко сказочница. Я хочу сказать, что бутерброд, мы его можем делать, каким нам заблагорассудится. Можно и салатом, мне кажется, на крыше, конечно. Да? Тут важно очень, как это подается. Кому-то удобно и красиво кушать так. Кто-то может это все нарубать и сделать это салатом. Раньше я обожала бутерброды с сыром и придумала такую альтернативу – овощной ролл с сыром. Светочка, ну расскажи же, как их готовить, потому что это, все пожалуй, очень самый просто. Важный момент. Морковочку можно разрезать такими легкими пластиночками. Мы делаем хорошо, с удовольствием, супер быстро. Либо быстро, либо с удовольствием. Так мужчина мне когда-то один говорил. Смотрите, все кладем сюда, все добавляем. Адыгейский сыр – это невероятно полезно. Соль не добавляем, заворачиваем это красиво. Вот так в шпажечке. Даже побольше, специально для тебя, Павел, сделал большой бутербродик. Лучше в салатный листик, а потом в капустный. И тогда он не разваливается. И бутерброд готов!
Светлана продолжает готовить бутерброды, так скажем, для всей семьи. А тебя, Светочка, попрошу прокомментировать. В чем сила этого перекуса? Преимущество свежей зелени в том, что она дает достаточно много полезных веществ, той же клетчатки, тех же витаминов и минералов. И, кроме того, сыр дает состояние сытости, потому что там находятся и жиры, и белки, и углеводы. А кальций, который в сыре содержится естественным образом, пополняет его запасы. Поэтому мы укрепляем и кости. Паша, ты будешь пробовать? Конечно. Давай. Пашенька, ты кушай. Да не достанешься же ты никому. Маленькими кусочками и хорошо тщательно прожевывает. Пашенька. А? Шикарно. В исполнении Светланы Ивановой это кулинарный шедевр и просто красиво. Спасибо. Спасибо большое. Я заранее попросила Свету приготовить побольше бутербродов, чтобы и вы могли попробовать. Пожалуйста, угощайтесь. Я уже так хочу есть. Можно мне? Такой, знаешь, самый аппетитный. Пожалуйста. Ребята, вот побольше. Помаленький, да удаленький. Возвращайся, пожалуйста, к Паше, потому что слюнки... Все остальное мне. Да. Благодаря тому, что вы пришли и поделились своими секретами, вы вдохновили наших гостей и зрителей. Полезные перекусы существуют, и они необыкновенно вкусные. Спасибо вам огромное. Привет, друзья. Понравилось видео? Тогда подписывайтесь на наш канал, и все у вас будет доброе.